нашел пешку, идет в нашу топку. Поздно. Давай. Осторожно ее, блядь. Блядь, смотри. Бля, это может этого... А, нет. Не штуку это убили, которая отходила. Я пойду к этим схожу, блядь. Фулл депот их. Он штаммал, ёбаный. Да я вот тут летаю, нихуя никого нет. На фулл депот? На их не цели? Да, я между ордой и... Это, сейчас в орды уже. Может, по нулям, где я не вижу. Я, по-моему, не вижу. Ты видишь? Тебя вижу. А, по тебе зоны хуячат, на. На встречу мне пишешь, да. Да. Блять, почти весь ПК в нем садим. Он все равно пикирует. Опа, у меня якорь еще. Ты че? Я и меня сейчас будет плохо. Блять, да, Дринк, наверное, сказал. Так по тебе, Зенит? Ну. Дринкинс-то, наверное, сказал, что, блядь, его там уже второй раз убивают. Может, Алексашка, наверное, с ним. Два якоря. Да, они все, ага, они все втроем сидят. ТС, да, сейчас вдвоем, блядь, вообще. Ебутся коты, блядь. Пошли туда, ну. Один, одного зажег, второй хрустит. Блять, ну нам далеко там пиздец. Ну я понимаю, что-нибудь. Пошли-ка сюда, нам. Ставится? Да, ставится. Зажег, надо быстрее там его на. Он еще по мне стрелять пытает, не стоит. Вышел один нах. Это наш. О, хорош, красавец. Хуясь себе. Дринкинс, блядь. Хули там 4 раза сходил, вот и все. Да. Хули там он. Делов-то она. Да с этот хуил, да он, наверное, с этого будет, сука, заплавного вылетать. Не-не-не-не-не-не. Не, ну вот у меня, скорее всего, был бамбер, потому что засчитали бамбер, а зенитка. Блядь, зенитка последний. Не-не, я написали, что ты этого лета был, блядь. Лета, нет, на пешке был бамбер. Дринкинс был. Вот он. А, вот Дринкинс, слышишь. Ты по очкам себе смотри, я всегда смотрю по очкам. А, да. Так, что там, Олег, летает-то, нет? Да я еще не вижу, что далеко, но... Блять, ну я не сброшу его с 6, что мне лучше сделать? Почему не сбросишь? Не могу, он закрыл, блять, у меня скорость. Ну мы-то, блять, у чистовицы вот какие-то попадки, мы далеко. Не-не, я не к тому, я может что говорю. Какой совет, да, дадите? Да в смысле не сбросишь? Эй, ты ниже меня летишь, что ли? Да-да-да. Бля, ну просто по скорости уйди, если у него скорости попробуй, нету. Да. Уйди на скорости. Ухожу, пытаюсь захватить. Рубани, да, нет. Тихонько. Закрымся повыше и начинай его плевать, если есть возможность. 4, разорви дистанцию, скорость 400 набирай потихоньку. Так, есть якорь у нас сзади. Смотри, я у тебя ниже, сзади. Ниже, да? Он, сука, блядь, пошел к филду. Ох ты, сука.
В облаке? Да. Вижу его. За мной пошел. Блядь, а, это... он меня не видел, но. Я вот захожу на него. Давай. Да этот, блядь. Вот там. Ах ты, сука, а! Ну видите? Ничего, сейчас не было. Блин, где-то сейчас этот хуй там. Нет его нихуя. Блядь, ну и этого хуя. Человека ждите, кто у них еще там был. Этот Корбан, наверное, третий ТСК. А ты его сбил, нет? Не-не, я Литнаба сбил, с ним вместе Корбан. Я сейчас от него убежал, наверное, к вам туда пойдет на фил. Кажется, у него ПК. А-а-а. Долго мазал. Потому что за мной его нет, не могу увидеть его. Так, ну один стоит, на филде появился, но. Ладно, набираем Так, разгоняется, слетает на. Слепо. Ты за мной идешь? Да. Только облако мешает, да? Ты уже потерял, блядь. Я вправо ушел. Я вообще не 80 вижу. 80 у меня. А, понял. Видишь, что? Не, облако мешает, нах. А, слева, да. Это Алексашка, блядь. Так, шоу вот, нахуй. Вот, ты под облаком или нет? Нет. Что, я на трех. Я на 3000. Вижу его. Где он у тебя? Покажу курс на него. А, все, вижу. 160 внизу. Вижу. Убирает высоту. Ага. Я попробую на него упасть. Давай, он походу может меня только видеть, нахуй. Я слева, нахуй. Готов нахуй. Так, и еще один за мной, смотри, я у тебя справа, я у тебя, вот ты на меня выходишь. Да. А за мной вдалеке идет еще один. Смотри, я сейчас буду его вывешивать. Смотри, он сейчас за мной пойдет. Видишь, я ему в лоб выхожу, он ниже меня намного. Видишь? Вот, прямо подо мной проходит. Да, вижу. Давай. Пошли на него нахуй. Бля, он в лоб мне прошел, все. Давай, занимайся, я выше.
Ну, кстати, мне в группе засчитали, видать, вы все-таки это, Корбана. Как раз от меня он, наверное, ушел. Они помогут тебе твои ебаные щитки, ебаный рот. Все, пиздарикис, нахуй. Давай, до свидания, нахуй. Ты готов? Да. Отлично. Сейчас опять залетят, наверное. Так, все, я за тобой. Слева. Угу. Блять, я не вижу слева она. А, вот он, блядь, вижу. Интересно, будут они залетать опять? Все, пошли влево на. Конечно будут, но куда они денутся на. Танкист, давай-ка нам сюда. Угу. А вы на чистовицах? Да, мы вот 112 квадрате примерно. Ну все, блядь, хватились, сука. Тут вдвоем меня пиздили, блядь. Радовались, нахуй. Почувствовали себя асами, блядь. Ну было, блядь. Ты ж охуел, блядь. Сейчас ты его сбей его ему так же напиши на. Да ладно, он и так знает, кто он, блядь. Не расслабляйтесь, красный. Да ладно, не надо писать. Равняться с ними, нахуй. Опа, под тобой проходит, Олег. Прям под тобой. Да, вижу. Ага. Ебашнуло. Увидел, сучка. Это второй, блядь. Так. Блять, а? Что-то ему сказал, что ли, блядь, или он видел? Это Корбан, блядь, да? Не знаю. Давай, давай, он тебя не видит, не видит тебя. Видит. Нет, видит, сука. Ты это слишком не закручивайся, но скорость не ходит. Не-не-не, я наверх пошел, главный. Я не буду с ним закручиваться, ну его нахуй. Нормально крутится, я сегодня попробовал, бля. Давай я выше, ты ниже. Или как? Не-не-не, давай-давай, атакуй.
штука. Ой, я попал по нему, блин, смотри. Дыманул. Так, где мы, блин? Да, уже близко к филду, блядь. Может, вкусно? Да, да, нахуй его. Я еще один нырок сейчас сделаю. Да не надо, не надо, вот там уже филд близко. Толку там ноль. Все равно, блядь. Не убью, да? Но. Ладно, да. Хотел бы драться, он бы, блядь, и не убегал бы так. Ты на меня, да, идешь? Нет. Блядь, у меня заход. Где? А ну даю. Вот с тобой. Ну это он и есть, ёпта. Это не он, это другой. А, точно, 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 вижу, захожу. Блядь, я его вообще не видел. Давай, давай, вытягивай. Захожу на него. Блядь, стука! А нахуя ты в лоб-то пошел? Эх, я не пошел, я хотел отвернуть, блядь. Тихо, блядь. Блядь, нахуя ж ты пошел так в лоб-то, блядь? Баный в рот, ну ты даешь. Кто это был? Алексаш. Ты зря, нахуя ты вообще так пошел в такой маневр? А? Нахуя? Вот нахуя? Ходим по все на скорости, блядь. Энергии да хуя, все просто их разводим и все. Нет, ты вот хуйню какую-то сделал, блядь. Блядь, да я думал он не попадет, сука, как, блядь, попадает, а? Ты вот зря вот. Опа, нихуя. Икс у тебя 6. Поймал, ты нулями, да? Да. Я над вами высоко сейчас пробую спустить. А кто это еще пришел, интересно? Летап. Ты видишь меня? Блять, скорости много, да, сейчас пытаюсь гасить эти. Я вижу тебя, он, ну, метров 300 уже, наверное. Да я вижу. Не-не-не, я отрываюсь, нормально. Ох ты, как лагает ты. Бросил? Бросил, бросил. Спасибо. Он дымный. Да он вообще вышел из игры, хорошо. Он вышел из игры. Нет, нет, за мной дымный чисто. Да, у меня тут дымный хера. Давай, давай, я иду. Скажешь, куда? А что, ты прям перед ним вывесился, что ли? Нет, он вывесился, а я пошел сейчас повыше. У меня топлива много, что-то я не подрасчитаю. Всё, бросил он тебя. Я вижу. Чё, он всё? Ну я его просто ящил, блядь, хуй знает, что там с ним. У меня патронов больше нет. Всё, готов, готов. Так, у тебя еще и радиатор, либо топло, я не знаю, посмотри. У меня? Вроде дымит да, что-то сзади. Да нет, вроде, на. У меня вообще ничего нету, на. Да, как бы тогда это дымный? Ну это вот тот дымный, который якорь. Он 0.95, где-то пятый в этом районе. Нет, он того тебе засчитали уже, литнап какой-то. Ну я оно дал. У меня что, дым идет? Нет, это не ты, это красный вроде. Там один дымный вроде, я которого пробил. Ну да, может вот этот. Ну все, где он? 0.95? 0, так, уже третий сектор 0.95. Курсом 180 идет.
облако зашел? Да-да, вот беляет. Это, ну, в смысле, змейку вверх-вниз делает. В облаке или... Ниже. 112-й, 9-й сейчас находится. Его колбасит что-то как... Сейчас, наверное, убьется сам. С меня. Сейчас идет курсом 100. Да ладно. Сильно не поставляйся, там они все взлетают. Я ушел. Витек, ну ты зря, конечно, так. И, блин, не ходи так лопно. А, я вижу. А ты с ним воюешь там, да? Нет? Я его прострелил, ну, в смысле, пострелял и ухожу сейчас вверх. Понял. Я, блин, ты отходи, вверх, потому что те взлетают. Да, я отхожу. А ты где там? Картам иду. 112-й 5. Сейчас 5, да, захожу. Я 111-й 9. Так, тебя вижу по нулям, да, идешь под облаком? Нет, я над облаком, там шалек будет. Бля, вижу красного. У меня 2000. Дымный я там. Я вижу 105, 4. Ну. Ага, вижу тоже контакт по нулям. Вот, я иду за ним, видишь? Вижу, ебать, по-моему, красный. Под облаком. Вот он, смотри, закрутился. Вверх пошел, видишь? Нет, вы под облако скрыли, вон, вернее, скрылся, которого я видел. Спускаюсь. Вот ты сейчас рядом, их двое тут, ёбаный. Так, ты не квадрат, я тебе скажу. Сейчас. А, вижу. 12-5. Блять, потерял его. Так, в 9-м секторе я вижу контакт в облаках, на уровне облака. 12-5, курс 60. Понял. Ух ты, блядь, разошелся, прям надо мной якорь прошел. 9-й сектор, 112 еду. Так, давай. Высоко там? Ты выше, вверх сейчас тянешь. Да. Вот слева от тебя и за тобой купон. Я иду на солнце прям. Да, двое ниже тебя. Да. Один за тобой тянет. Давай, ухожу плавненько. Ебать, он мне колпак срубил, бы. Нихуя. Так, второй тебя вроде не видит, я... Или это, блядь, зенитка по мне попала. Прям на филд, да, идешь. А, блядь, я нажал, сука, кнопку. Ёбаный урод. Красава, чё. Чердак отлетел, блядь. Ебаться в рот. Охуеть. Всё это, надо домой идти, а. Блядь. Так, за тобой... А, тянет, идет за тобой. Тянет? Да, идет. Вот сейчас прямо через эти тучки эти. И близко уже, близко. Близко? Да у хули у меня этого чердак оторвало. Витек сейчас будет стрелять. Крути куда-нибудь. Ебаный урод. Давай, ладно, я не знаю. Все, он бросил, пошел вниз. Меня, наверное, увидел. Отгребу тоже их двое. Сука, блядь, забыл, да. Ты думал, ты на лавке, да? Ебать, он вдвоем за мной, да? Нет, я за тобой сейчас иду. А вот он за мной сейчас вверх вытягивает. А дай оно. Дал. А вот вверх вытянул, то красный. Он за тобой шел, меня увидел, свалил. Ты пикируешь на него? Да, я захожу. Я не слышу нихуя ничего. У меня волосы назад. Так, вижу. На за тобой кон, за тобой контакт. Ебать, я сейчас воткнусь нахуй. Красава. Почему? Затяжелили, почему, наверное, рули. Да нет, блядь,
Бля. Да затяжелились, конечно, они заебали крутить. Я думал, ладно, может попаду и не вышел. Я вот, кстати, на ось поставил стабилизатор. Он вроде побыстрее переставляется в таких случаях. Да нет, одинаково. Что-то я вот попробовал на кнопочку поставить, мне кажется, прям медленно-медленно с разгоном. А ось сразу крутнул, и он вроде... Ты так же медленно-медленно потом... Да, потом быстрее. Я... Так, ну за мной тянет 0.96, первый сектор, иду на север, со мной красный. Как отключить? Ты просто на другую кнопку назначить. Ну я понял. Он думал, сейчас как на лампе фонарь как открою, как осмотрюсь. Да я, блин, случайно, у меня просто на одной и той же кнопке стоят обороты и на советскую кабину открыть. На эту там, ну а на одной из них. Я нажал оборот, я включил ручник, и оборот, думал, вот, а у меня приятно. Трава. Так, ну за мной тянется он. Идите, наверное, на прям на восток. Сейчас с востока к лукам будут подходить. С шестеры. В каком-то квадрате? Сейчас захожу в 0.75 второй сектор. 0.78 второй сектор. А высота? Так, он меня бросает. Сейчас скажу, высота. 2000 с пологом наборе. Так, он меня отворачивает. А, знаешь, что мне сегодня записал? Летап, летап. А, он пишет, ну ты меня не сбивай нахуй, а тут пиздец, меня все пиздят, я летать не умею, а у меня, говорит, пригорает, пиздец. А я ему пишу, а лежащих пиздить не пригорает нахуй. Да, бля, как он тебя расстрелял, не хрест. Ну, пиздец, блядь. Ай, бля, это вообще комик, ебаный рот. Да пригорает, блядь. Нахуй даже. Там объяснять даже ничего не охота, блядь. Может, бесполезно. Так, танкист, ты где? Так, ну я уже на 6 гоню, 0.95, 9 сейчас зайдем. Типа, Делта сам помощь. Ну он что-то бросил просто. Так, 0, какой я прослушал? Так, он моргает, поэтому подходи, 0.95. Ага, все. Я в четвертом. Сектор 4. Я его пробил, он задымил, он кому-то моргнул, поэтому я спускаю тебя. 2000 вниз. Ага. Девяносто пятый, шестой сейчас. Мне квадрат. Так, я пока не вижу, потому что... Ага, вижу, война уже. Не ты их с ним заходишь? Нет. Кто-то, короче, дым на бомбе усыпляет. Высота? 3. 3 вниз идут. Там уже по-любому кто-нибудь мог заклиндиться, блядь. Так что осторожней, блядь. Да, поэтому я не рискую туда вниз. Тем более он моргнул кому-то туда зима. В каком квадрате ты? В
пятом секторе сейчас. 0.95, 5 и 8 это границу. Ага. Это опять потерял. Так, Дринкинс не в полете. О, зарядил. Полетел точно. Ага. Так, он знаешь, как он сейчас? 0.96, 7. Ох, нихуя. Блядь, что-то мне кажется, он уводит нас нахуй. Пойду-ка я к Филду, блядь. Да, да. Сейчас нахуй, блядь, на танки пойдет кто-нибудь, нахуй, проебем Дринкинса, нахуй. Че, там GPS не включили? Да включили, блядь. Так, у кого-то 6, Икс, смотри, не у тебя? Рядом, не, близко стреляет. А, все, да, это нубинь. Блин, ну, что, Корбана убили, а смотри, кто там, с кем, кто же, значит, за тобой? Корбана убили? Почему Корбана убили? Да, так что он его сбили? Литнап, скорее всего, он беленький, якорь. Это он убил? Нет. Убили то, что Корбана, вот этот вот, Астрикс, АУ. Он убил. Корбан убил Астрикса. Да нет? Не знаю, не, мне кажется, нет. Я вижу еще кон какой-то под облаком, блядь. 0.95.6. Танкисты. Вот здесь есть? Я сейчас под облаком. Як пробитый и еще один мессер был. Я вот сейчас над облаком буду вылетать. Ага, вижу, бля. Так, один сел, вижу. А, нихуя, это нет. Блять, стрелялся. 112.9 уже я сейчас, а он где-то там чуть севернее. Вижу тебя. Да, я ну. Да. Да, я справа от тебя. Ага, вижу, ты заходишь. И вот где-то прям под тобой мы с ним расстались. Да я вот видел, да, его, ну блин, вот потерял. Мы с ним расстались. Наверное, побежал домой. Ну да, пробитый, убился. Так, один взлетает. Корбан. А, вот, Литнап, наверное, Корбан покинул. Литнап, Литнап. Так, ладно. Литнап пойдем. Покинул сервер, и все. Литап. А, Литап. Литнап, он вроде, летный наблюдатель, как якобы такая. А, да ты чё, нихуя, вообще как задумано. Я думал, Литап, не Литап, но... Сука, слоник, блядь. Серега, а ты слоник, кстати, прикольный, типок, угарный. Серега, что будешь делать? За 110-ку на арту пойду. Ага. Там уже одну зенитку 61-ка вынесли на. Там ее уже бомбили, тысячные бомбы въебали на. Так, Корбан, вижу, взлетел к Лимбицена. Ебашь, что его надо. Ну, надо, так надо, на. Партия сказала, надо. И чё, их осталось четверо. То есть двое, нахуй, двое бомбят, двое, блядь, да это сейчас зайдёт, у меня сейчас жопа остынет, мой. Как ты говоришь, там мне подгорает. Где? Не вижу. Корбана? Да, ты где вообще? Корбан сейчас в 130-м сектор 9. В следующий квадрат заходит, сектор 7. Понял. На восток линится, короче. Пойду пикерну на него, хуй с ним, на. Только видит, блядь, гандон, на. Или нихуя не видит, на. Не видит, блядь.
Так, еще один порулил там, блин. Сейчас бы ты не сказал. Бегандал. Блин, ты как прям повторил это. Давай, давай, подходи сюда. Восточнее филда, нахуй. Бля, еще один взлетает, давай, сейчас. Высоко по нулям? Да, он на уровне облаков уже. Вижу. Он захотел со мной поиграться. Но... Там, смотри, еще один разбегается, так что он сейчас придет, бля. Сейчас придет, бля. Так, смотри, еще один там взлетал. Это он был или нет? Не знаю, нет, конечно. А что, его никому не зачитали? Нет, значит, не Корбан. Как не Корбан, да? А что тебе не написали-то? Не знаю, вот. Но он этот упал. Упал, да? Все. Упал, но. А что не записали-то? Что за хуйня? Ой, не знаю. Так, где-то второй типа, он взлетел, блин. Я его бросил. Смотреть надо. Опа-на. Кто-то ранен, блядь. Ранен кто-то, ну. Так, вижу второго, идет над рекой. Ой, блядь, над прудом, над озером, который рядом. Это я, походу, блядь, вот я на дом. Я тебя уже не вижу далеко. Ты под облаком, да, низко? Я 148 сектор 7. 2000 над озером иду. Ага. Меня видишь? Не, ну там по нулям, блядь, идет какой. Это какой ПД? Сейчас я посмотрю, в который ты сказал. Нет, 130 сектор 6. Тут шел кто-то по нулям, бля. Да? Да. Так, 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 это он ко мне идет, блядь. Я пикернул, сейчас вот смотрю. Хуя не вижу. А, вот вижу, ты пикернул. Ты вот на восток, на запад идешь, да? Да, 270. Он где тут? Так, у них еще один взлет есть. Был, здесь, два взлета слева, да. Вот как вот я лечу, он так же летел прям мимо этого озера. Я смотри. Тебя вижу, но... Смотри, вот над озером, над озером. Прям вы над озером вдвоем расходите, прям по окраине возле филда. Но он где он от тебя? Справа. А, справа? Вот он. Сейчас за мной пойдет. И еще кто-то к вам-то поворачивает. А где-то вот за тобой-то? А, ну вижу. Ну вот так это двое, они над филдом летают. Да. Пули мы тут вообще уже оборзели, блядь. Сейчас я пикерну на него, попробую. Не надо, не надо. Их двое. Бля, я уже пошел. Их тут трое, нахуй. Ну давай, пикер. Я вот за одним тяну сейчас, может, меня еще видите, да, с севера. Они закрутились, пиздец конкретно. Ладно, один вообще на щитках летает, нахуй, ебаный рот. Это ты стрелял? Да, без карлана. Хорош. А что-то с севера не пашет, короче, нахуй. Да, я тоже заметил, не записывает. Иду на юг, за мной там должен сейчас вытягиваться. Да, вижу. Над озером. Вижу, иду. Да, блядь, вроде бы нету, блядь, никого. Все, да. Вот он идет. Идет снизу.
И на меня один разгоняется тоже. Да, проездной. Вижу. У тебя справа ниже я, танкист, видишь, я иду, у тебя справа ниже. Да, тебя вижу. А, вижу далеко от тебя. Так, чего делать? Я беру того, который прямо идет. Давай. Этот вытягивает сейчас с тобой. Ты танкист, ты 7-6, ты просто садишь, ебаный в рот. На скорости иди, на скорости. Шо тебе 6 я? Садишь. Вот давай, он, и справа от меня проходит. Давай. Нет, тут посажу. У тебя другой на 6 заходит. Понял. Сука, бля. Так, а я другого беру, он тоже тебе на 6 этого заходит. Прямо иду пока. Да на 6-то не висит так, ёптать. Так, у вас у самых 6, 4, 400 человека вижу паровоз. Да, я одного пробил. Так, а Витёк, ты на 6, да? Так, все, а, взорвался. Блять, да сука ебаная. Убейте его. Чё? А, у да тебя висит, я вижу, захожу. Не попаду по нему. Блять, я тоже проскочил. Он на щитках, так, можешь отрываться. Ну он пробитый, блять, такой. Да. Как Корбан, блять. Блять, вы прямо у Филда, ебаный урод, по вам зены хуячат нахуй. Все, он без карлана. Да, я вроде попал, да, попал. Давайте, валите оттуда, там зоны, по-моему, херачат пиздец. Блядь, заебал вот эту вот тряпку. Так, а ты за мной сейчас, Витёк? Нет, у меня 6, блядь. Иду на запад, 280. Где, оно дай? 112 влетаю, да, ланошки. Нуль, на нули сейчас вхожу. Вижу, пикирую. Куда подскажешь, как повернуть? Так и иди. Блять, да нету у тебя 6, где? Да есть. Там не стреляли, подпадали. Вон он снизу идет, ниже, Олег. Я подниматься буду сейчас через облака. Вижу. Разгоняйся, не иди вверх, не иди. Понял. Вижу, стреляет, сучка. Разгоняйся. Все, бросил. Я занимаюсь. Ага, вижу вас. Опа, еще кто-то прилетел. Это я. Вас там трое, да, было, Витёк. Проебошил его. Блин, где он? Стрел. Так, я вас не вижу, вы подобрали. Ты его не видишь? Олег. Да вот я с ним воюю, вы что, прикалываетесь? Так, и еще один идет. А, ёпрасы. Давайте, помогайте, вы что, блядь, делаете? Иду. Падаю на него. Я его тут уже вывесил, пиздец, нам. Он, походу, падает. А он за тобой, да, идет? Не. А, все, он пробил его. Это ты, да, там? Черный дым, он. Я вроде как сейчас 35 влево ухожу. Я за тобой прям уже. Так, а, все, он прыгнул, отлично. Я за тобой, танкист. А за мной? За Витёк там вроде шел. Ага. 6-6-6, Витёк, 6-6-6-6. Влево. Крутись. Кто бросил? Так, что-то я вижу только вас, вы вдвоем. А, вижу еще один. Так, пробил его. А у тебя там чисто, смотри, у тебя еще кто-то на 6, по-моему. Или это там? Я чисто? К вам подхожу, вот оножки дал. Блядь, что ж ты так, вот ты ж, блин. Ты точно говори, ёптать. Не, ну я вижу, тебе самолет идет, я, блядь, не вижу далеко просто. Я бросил его нахуй.
Он к этому вот пошел. Смотри, смотри, еще один. Наверх отходите, пошел. отходи. Да, я не трогаю. Я понял. Давайте отходим, блядь, мы прямо их сил дано. Там они, танкист, блядь, как конвейер. Танкист, у тебя 6 танкист. Разгоняйся на запад. Разгоняйтесь на запад, я вас встречу. Да, вижу 6. Стреляй, разгоняйся, пофиг, разгоняйся. Блядь. Форсаж, D500. Давай, разгоняйся. Попадает, сучка. Левее. Бросил. Все, ништяк. Отходим, да? Нет. Ты себе 6 посадил. Я не посадил. Но все, он все, не все, пойдет, там у меня скорость большая. Ага. Так, ну что, давай его. Там еще вон дымный твой летает. Что делаем? Отойдите, высоту наберите. Я сейчас этого чуть-чуть прохуячу на скорость и тоже отхожу. Давай. Танкист у тебя не попал он? Ну, были вроде попадания, но техночата нет, не знаю, что. Вроде лечил. Так, Витёк, дай на секунду, она. Я сзади тебя, блин. Готов, на. Дал. А, вот вижу, этот горит. Витёк, тебя не видно. Так. Квадрат, скажите, да найдите сердце. Да 112 шестой. Я в 9. Здесь, да, рядом. Нет, 2. Так, у меня 6. Есть. Да, вижу. Давай, иди, я тебя вижу, Витёк. А, вижу. Я слева от тебя. Что-то куча разрывов. Видите, да? Что, он тебя бросил, по-моему, ты наверх пошел? Да, он меня бросил. Разворачиваюсь на него, нахуй. Подходите. Это давай. Он наверх, да, пошел, Витёк? Ты его атакуешь? Да. Все, вижу. Да. Так, вешается за кем? За мной, я. Попал, блядь. Блядь, а я прям. Ну, мне куда-то попал, на. Иду ровно, на. Так, вы там сильно не увлекайтесь, нахуй. Там фил, блядь. Танкист вправо он пошел. Я тебя вижу, его вижу. А, он за мной вот сейчас вытягивается. Да. Да ну блядь, в лоб-то зачем? Сука. Ну да что ж ты в лоб-то так? Да он заебал. Зачем? Блядь. Да вообще в лоб не ходи, когда преимущество. О, артиллерии наши долго. Пошли, да. Карты. Да, понял. Разворачивай. Блядь, да что ж такое? Его вообще не ходи, когда противник один, а вас двое или там трое. Я пикирую на карту, этой карте, но... почему-то всегда, блядь, подыхает, блядь, не знаю. Тупфайтная карта. Расколбас эти ебаны. Я, блядь, сейчас бы его забрал, нахуй, если мне эта хуйня. Меня прям дернулось, блядь, пиздец, и все. Так, я 112, 9, 500 метров. Я 8. 1000 на. Пешка, по-моему, в орду бьющит. Это Дринкинг, блядь. Дринкинг. Нет, это не Дринкинг, блядь. Да, пешка там нахуй. Ты, Серега, что, на истребителе? Да, все. Да, что-то, блядь, я не понял. Тусный там отряд был, кто-то. То ли ястреб, то ли зеном. Сдох.
дурацкий. Я же вот захожу. Ага. Ты на пешку, да? А, вижу. Подожди, не атакуй, Серега. Когда пойдет на разворот, атакуй. Так, сверху еще кто-то падает. Олег, ты? Блять. Серега, она вправо ушла. Так, я сейчас тоже постреляю, Серега. Ой, блядь, что это такое? Нормально, добивай. Все, я пошел домой, у меня патронов нет там. Я там заебись тоже прохуячил. Все, отлично, готов. Так, я тоже отхожу, у меня четвертиночка осталась. Топлива нет. Так, а что, было написано, кто сбил? Не, висит сервер. Да он не висит, а глючит просто надпись. Ну да. Пиздец, тут мясо они устроили, на. Или мы устроили. Их нормально уже, их побольше стало. Ничего, нет. Привет. Раши еще не привезли. Откуда? Неделю обещали его там на даче держать. Надо торопиться. Голову надо вернуть обществу нормального, здорового человека. Неделю там, еще сколько будет больных здесь. Оно нам надо. Ну и что? Где народ? А тут этих хватает, тут мясо. А что, опять вернули что ли эту? Да это пиздец. Они ненадолго отключали, да? Я просто не был. На день, блядь. Это он, блядь, нам дозу кинул. Типа, нате, смотрите, как в будущем будет у вас хорошо, блядь. Если будете хорошо себя вести. Как должно быть от меня? Да. Смотрите. Но... Чуть-чуть. Но не в этой жизни, блядь. А что-то этот кадет говорит, что тут вообще народу не было вчера. Я говорил. Потому что кадет сказал же. Не, вечером реально вообще вчера 10/10, блядь, пиздец. Такого труда не было. А он что, и с сербаки сел? Да это может потому что праздник был просто. Праздник, сербаки сел. Вечер. Сука, Кирилл Гагарина, есть оправдание. Да. Он включил GPS, и я отключился. Да. Короче, блядь, ебланно. Вы полетели, да? Вполне. Я сажаю. Я тоже к лукам подошел, чтобы посажать. Я взлетел только. Блядь, как же я так ебаться, брат. Сразу к филду, Серега, идти, там мясо пиздец, мы заебались там уже. Посмотри, ну, мне чисто... сколько смертей нам. Мальчиков соседней бригады? Да, ну уже сервак аж не справляется, короче, он уже все заглох. Соседней бригады, да. Не пишет, только разбивает, короче. А, вот в чем дело. Так а что по нулям-то все, я не понял. Что по нулям? Статистика вообще, никто ничего не сбил, никто ничего не выбил. Да не работает. Подвис, не работает, нихуя. Вот на 7 киллах остановилось. Я уже, наверное, блядь, штук 13 нахуячил, но. Нихуя не пишет, но. Ёбаный владелец сервера. Просто я и думаю, что-то у Дрейкинса не прибавляется, а статистика то, что не работает. Нихуя себе Oculus Rift, блядь. VR. Последняя версия, которая вышла, посмотрел цены. И у меня сразу вопрос. А чего вы, собственно, как бы это помягче сказать, блядь, народ, радуетесь? Там цена.